Новогодний привет, друг. С тобой мы продолжаем играть на сервере с Motor Rage. Все как всегда. И как ты понял по названию, по приролику, сегодня мы вместе с тобой будем открывать 10 новогодних кейсов из Battle Pass. Такое чувство, как я устроился работать на детский канал. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, себе удачи, тебе приятного аппетита, себе удачи еще раз, ведь удачи надо много по жизни, вот. Начинаем. А, и, кстати, мы тебе с дедом приготовили подарок. Если ты при регистрации ведешь большими буквами Evan, то ты получишь 50 тысяч рублей на свой баланс, а также VIP-статус, не помню на сколько дней. Заходи и проверяй. Ну что, пацаны, это официально первый ролик в этом году. И начнем его с ролика по Motor Rage. Много я задротил на этом сервере. Есть обновочки по Battle Pass, но это мы позже в конце поговорим. Вот, сегодня, кто не смотрел ролик, кстати, с Battle Pass, там, где я объяснил буквально все. Ссылочку оставлю в описании, вот. И я вот, как вы видите, накопил 105 XP из 10. Потому что один кейс стоит 10. То есть у нас есть, можно сказать, на 10,5 кейсов. И сегодня, друг, мы будем открывать их вместе с тобой. И будем надеяться, что нам выпадет что-то годное. И мы сможем так неплохо заработать. Может даже на какую-то, в принципе, дорогую тачку. Ну, короче, да. Я надеюсь, дед нам поможет. Я не зря сюда приехал. Поэтому давайте будем садиться на эти сани и начинать открывать. Это получается, мы сейчас потратим 6999 рублей на открытие новогодних кейсов. Можно сразу заклейбейтить название. Ну да ладно, как видите, я выполнил только с Battle Pass 55 заданий, а остальных, можно сказать, 50 очков я заработал тем, что АФКшил на сервере. Ой, какой АФКшил, играл, конечно. Короче, не буду задерживать ролик, открываем сразу же, чтобы ролик был не таким уж скучным. Погнали. Открываем кейс. Зеленый — это плохо, да? Это донат, наверное, выпадет. Надеюсь, меня завтра скин забанят. Блять, такая залупа, сука. Дед. Сори, пацан, за маты. Отвечаю. В этом году будет меньше мата. Цепь. Цепь вообще говно, если честно. Ладно, поехали. Если сейчас что-то говно выпадет, едем на пирс, где нам выпал портфель. 55 единиц доната. Понял, понял, принял. Не, но первое — это бред. Ладно, поехали в другое место. Откроем там три кейсика. Пацаны, если вы не знаете, как сделать вот такие вот кастомные фотки в F3, либо вообще фотки, скачанные с интернета, себе в панельку F3, обязательно пишите в комментариях и наставьте много лайков. Если я увижу достаточно большую активность, то я сделаю отдельный ролик по этому. Ну что, где-то примерно здесь, в видосе с обновлением, мы открывали кейс. Ой, надеюсь, здесь громко не будет, потому что барыга здесь находится. И давайте откроем три кейса именно здесь. Ой-ой, это что-то хорошее, по идее. Или... это разницы нет вообще. Накладная борода. Это типа Моргенштерн какой-то заросший, не знаю. Еще раз красный кейс. Опять борода? Сейчас, кстати, увидим, зависит ли цвет кейса от того, чем мы заработаем. Рюкзак Nike. Ну, рюкзак — это уже неплохо. Заметили, как Санта-Мария просто на рюкзаки, как бы, благодарна. Ну, не благодарная, а добрая на рюкзаки. Киберпанк маска 4. А, окей, давай еще один откроем. И третий, и последний три кейса уедем в другое место. О, ебать. Бля, а может на Санта-Марии? Она такая щедрая на рюкзаки здесь. А, кстати, я еще прикупил лицензии две, потратил 800 тысяч. Итак, последнее место — это главная елка в этом штате. И надеюсь, вот этот дед будет добр ко мне и отсыпет что-то годное. Конечно, хотелось сначала поехать на вывеску Голливуд, но сейчас там вывеска с Новым годом. А потом я вспомнил про эту прекрасную елочку и решил приехать сюда. Поэтому открываем последних три кейса. Может, еще один запишу потом. Синий — это говно, да? Это что-то говняное, наверное. 100 тысяч, спасибо. Нахуй они мне надо. Давай рюкзак. Бля, отвечаю, пацаны. Бля, опять говно? Я отвечаю, если хотите открывать кейс, открывайте на Санта-Мария. Не знаю почему. У меня там 3 рюкзака выпало. 3 рюкзака на Санта-Марии. Если я не открываю на Санта-Марии, вы сами видите, в чем не падает. Блять, опять говно. Сейчас акваланг еще на нахер. Иди поплавай, черт. Иди помойся. 50 тысяч, спасибо. И все. И получается, у нас 5 из 10. И как бы здесь быстро нафармить у меня не получится. Давайте посмотрим на галерею моих наград. Значит, мы можем забрать 50 тысяч на базу. 55 доната на базу. 100 тысяч рублей на базу.
Ну, 110 рублей и 150 тысяч. И акваланг. Охуенно. Кому? Они нахер никому не нужны. Но вот это, что нам выпало, это звучит дорого. А рюкзаки где-то по 3 можно продать. Ну, может, по 2. Маска где-то за 4. Борода, цепь где-то по ляму. Это капец. Так, давайте еще в этой серии прокрутим одно колесо фортуны. И надеюсь, нам выпадет что-нибудь хорошее. Вот у человека уже киберпанк маска. Жалко, пока что на мою никто не отписывает. Кстати, хотя бы попытка. 475 тысяч на базу. Чикс. А, и кстати, давайте, пацаны, параллельно посчитаем, сколько же я заработал денег на достижения, выполняя данные Battle Pass. Вот, и забираем наши деньги. Только сколько, подожди, сколько у нас там? 64 миллиона 25 тысяч, да? Да, 64 миллиона 25 тысяч. Поэтому пошли забирать деньги за 10 животных, 10 лутбоксов, понял. А, нифига, я даже получил 10 единиц доната за 10 спинов колесо фортуны, нормально. Ну и все получается. Я забрал все достижения и у нас. Хо, нихерово, лям 700. Это хорошо. Еще бы остальное продать, и будет достаточно много денег, что-то у меня нет. Так, пацаны, пока я монтировал данный видеоролик, появился клиент на масочку с киберпанка, поэтому место у нас в инвентаре есть. Места нету, сейчас сделаем. Так, место есть, Battle Pass, галерея моих наград, забираем масочку на базу. А вы успешно забрали награду из корзины боевых пропусков. Короче, написали мне люди, чтобы долго не продавать, не возиться с этим, потому что с каждым днем цены все падают, потому что предметов на рынке стоит все больше и больше. Поэтому я решил ее сразу же слить, предложили, тем более деньги нужны. Я так понимаю, это наш покупатель приехал, а уже в киберпанк маске, понял? Привет, привет. Это Porsche 918, который эксклюзив. А, нихуя по номерам. Нормальный такой, нормальный. Нормально. Короче, деньги есть, я понял. Киберпанк продать игроку Ким 001 за 3 миллиона. Продаем. Fuck edition, нихера. Спасибо, удачи. Бля, он еще кабрик, это ж пиздец дорого. Ну что, пацаны, вот такой видос вышел, открыли с вами 10 кейсов, и выпали плюс-минус нормальные шмотки, которые я в ближайшее время постараюсь продать. А если вас заинтересовала какая-то шмотка, кстати, вот они на экране, вы можете написать либо мне в Discord, либо мне в ВК, либо в комментариях, и мы с вами договоримся о приятной цене и сделаем друг друга приятное. Я вам шмотку, а вы мне деньги. Вот. Обязательно пишите в комментариях, что вам выпадало из кейсов, что вы успели продать. Вот, будет очень интересно почитать. Вообще, пишите любые комментарии, потому что каждый день я смотрю новые комментарии, когда только просыпаюсь, когда засыпаю, хочу посмотреть новые комментарии, может с кем-то пообщаться, либо кому-то что-то отписать, но там ничего не вижу. Поэтому жду ваших всех комментариев. Обязательно нажмите на лайкос, ведь это дикая мотивация выпускать следующие ролики. И, конечно же, про колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первым и никогда их не пропускать. Подписочку и с красной кнопкой серую. Ну, с тобой было. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. Новогодних хороших праздников. И всем пока.